Ну, Лего, ну, держи. Шесть! Yeah! Вот она, заветная шестерочка. Два! Прикинь. Два! Блин, вы понимаете, что здесь не упадет ни сверхредкий, ни редкий. К этому стоит подготовиться, реально, я считаю. Потрясающе. Будет Лего, реально, сейчас будет Лего. Капец, ребят, какой-то проклятый аккаунт. 5. Все, все остальные ты открываешь. Иди. У меня еще есть вера, есть сила воли. Я не смотрю. Да! Да! Последним все-таки что-то есть. Всем привет, с вами Аурум и Витя. Мы собрали под прошлым видео очень много комментариев, лайкосов. И, конечно же, решили запилить ролик на гигантском планшете. Витя, как тебе вообще? Вот оно. Ну, супер. Вот на таком планшете стоит играть. Да. Вот, блин, это реально, вот будет. Поиграть не знаю, немного сложновато, но сундуки открывать вообще топчик. Ну, как минимум, попробовать стоит когда-нибудь. Ну, кстати, да. Ребятки, вы знаете, что нужно делать, чтобы Витя здесь зашпилил на этом большом аке. В общем, мы продолжаем, собственно, образовывать Витю в игре Brawl Stars. Можете, кстати, на подобные ролики своих родителей подключать. Они могут, если они тоже не знают Brawl Stars, будут вот образовываться. И вообще бимба будет. Но в этот раз мы решили делать не батл сундуков, а взять Витин аккаунт, на котором он был, на котором он открывал сундуки в прошлом видео. Я Ванга. Я считаю, что я уже выиграл сегодня. 6! Yeah. Nice. Короче, и опять задонить на него 2 кагемасов и попытаться все-таки выбить Легу. Да, сегодня у меня получится, я почему-то в это верю. Да, давайте посмотрим бойцы, какие у него уже здесь есть. Ну, здесь из самых типа того, что типа топовое, это Эдгар и Мортис. В принципе, все остальное у него есть. Осталось выбивать, короче, вот, блин, Легу. Хочется очень сильно Легу. Ребятки, давайте прямо сейчас вы вот прожмете лайкосик, подпишитесь на канал обязательно, чтобы Витя реально фартануло. Да, и, ребята. Ну, Кудаурума обязательно, это обязательно. Ты знаешь, Кудаурума вводишь и Лего точно. Так, ну и давайте сейчас я как-то попытаюсь. Ой. Ну это Джордан, и все, работает. Так, ну что, давай ты сам. Давай. По очереди будем открывать. Короче, итак, один сундучок я, один сундучок ты. Так. И листай так мега-ящичку. Мега-ящик. Так, ну вот давай, так, старина, не подведи меня. Ну, ребят, это не чистый аккаунт, поэтому мне кажется, что тут вообще может быть. Ну-ка. Ну-ка. 5. Не, этот пустой. Жаль. Ребят, напишите в комментариях, кто выбьет на этом маке Легу, я или Витя. Так. Окей. Погнали дальше, давай. Давай, погнали. Давай, 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 старина. Шестерочку дай. И. Ну, шестерочку. 5 опять. Блин. Ладно, давай. Я как тюлень, знаешь, типа. Окей, так, ну давай. На третий раз. Ну ты должен просто, старина. Ребятки, я очень переживаю вообще за этот аккаунт, потому что, понимаете, может и не быть Леги, а 2000 гемов мы задонили. 5. Да что ж такое? Блин, ну сложно. Ну я почему-то верю, что сегодня получится... Ой, мисклик, сори. Получится выбить Легу. Да? Да. Ну хотелось бы. Так, моя очередь, типа. Угу. Так. Ребятки, нужен, вы знаете, что нужно делать. Тут, короче, такая фишка, когда они подписываются, ставят лайк, тогда, блин, падает. А, вот. Так чего вы ждете? Чего вы ждете, друзья? Реально. Нужно просто подписаться, поставить лайк и... 5. Ну, кто-то явно не подписался, мне кажется. Вот там реально. Вот. Это все из-за тебя. Человек, который не подписался. Так. Так. Окей. Давай. Вот сейчас, или это я, да, должен? Или кто? Я уже запутался, кто. Да, без разницы. Неважно, да. Ребятки, давайте, ну давайте все вместе. Вот вы просто напишите, это ты байтишь, как всегда, там все дела, так не работает. Ну вот реально, если ты вот сейчас проверишь, ты не подписан и подпишешься, и если проверишь лайк, и ты лайк не поставил, и Кудаурума введешь, вот сейчас реально там будет, ну, шестерочка. Смотри, вот, ну попробуй это сделать, вот проверь. Ну, попросили же нормально. Ну, блин, кто-то реально из вас это не сделал. Просто нужно учитывать следующий момент.
что у нас здесь может выпасть минимум эпик. А это уже как бы, ну, большая редкость. Так, ну погнали. Ну давай, фух, блин, очень хочется. Просто будет обидно, если мы вообще здесь ничего не сделаем. Ну давай, а давай вместе. Попробуем. Давай. Раз, два, три, хоп! И... Ладно. Давай прокликаем. Капец, ну, мне кажется, тут шанс копится на Легу, и мы реально ее бахнем. Ну давай. Так, давай сейчас ты теперь. Давай, Лего, ну. Еще, оп. Шесть! Наконец-то! Вот она, заветная шестерочка. Все, я вот сейчас вот вообще не сомневаюсь. Просто. Давай. Их двое. Два персонажа. Два! Как? Два! Два! Прикинь! Два! Блин, вы понимаете, что здесь не упадет ни сверхредкий, ни редкий. То есть тут тупо жир. К этому стоит подготовиться. Реально, если сейчас выпадет мифик. Вот, кстати, еще такой лайфхак. Когда горит два предмета, ты нажимаешь на первый, и первый бравлер мифический, красный, то следующий будет не ниже. То есть мифический или лего. Точно. И чаще всего лего. Ну что, поэтому давай. Давай, давай один я открою, один ты. Давай. И... Да ладно! Блин, Байрон мифик! Сейчас будет лего, реально, сейчас будет лего! Прикинь! Давай, чувак. Это уже... Ну давай ты, это твой аккаунт. Давай, я хочу, чтобы ты лего. Ну давай, давай, легушка моя. Или лего, давай. Это еще один мифик. Блин, ну два мифика, два мифика. Это уже потрясающе. Это круто. Уже все не зря, реально. Капец, вообще. Кстати, мы ни одного хромика даже не выбили здесь. Это очень странно. Это очень странно, потому что хромики, я тебе не объяснял, что как хроматические. Это вот такие радужные персы, то есть есть у нас, значит, зеленая редкая, там это. Короче, промотаешь это все, типа вот так. Там, вот. Леги, желтые, и, собственно, хроматические, они, получается... В теории мы должны были выбить хотя бы того, кого, у кого эпический. Но не знаю почему. Так, ну, я надеюсь, сейчас это была подготовка, а сейчас будет лего. Пять. Ну, не факт, не факт. Придется долго ждать. Я надеюсь, в пятерочках скоро, ну, будут появляться какие-то предметы толковые-то. Ну, такое может быть. Ну, видишь, у нас шестерка горела, и было два предмета. Это очень большая редкость. Такое, ну, два горящих предмета шестерки. Ты такое помнишь? Я вообще не помню. Так, а ну... Пять. Ну, аккаунт мы, Витя, сейчас бахнем все равно, прокачивается прям вообще топовый аккаунт. А какой максимум предметов тебе выпадало здесь? Блин, по-моему, 8. Ребят, напишите, 9, по-моему, никогда не было. Было 9? Ребят, напишите в комментариях, я не помню. 8 было стопудово, а 9 — это, походу, большая редкость. Может, и 9 было, не знаю. Но важно, что у меня было, когда четверка горела, 4 бойца. То есть там горело 8 точно, а 4 бойца падало. Это круто, максимум. Круто. Больше, по-моему, даже такого... Я не знаю, напишите в комментариях, интересно. Ну что, давай. Тебе больше везет, так что давай ты. Итак, ну, давай. 5. Ну нет. Да что ж такое? Я могу вот эту миссию делать, вот это легко получится. Откройте. Давай. У нас еще, кстати, много гемов на самом деле. Еще 1200 гемасов. Еще есть шанс. Да. Так. Фух. Так. Давай вместе. Давай. 5. 5. Ну, после двух мификов придется потратить какое-то количество гемов, чтобы шанс набился. Mm-hmm. И чтобы все было норм. Так. Ну что, давай дальше. Ребятки, ну вы, кстати, лайков нормально, походу, понаставили, и подписочек много, и код ввели, поэтому, видите, два мифика нам выпало. Давайте вот еще, чтобы лего. Вот я понимаю, что это была тренировочка, но 5. Все, следующий будет минимум 6. Да. Вангую. Вангуем. Так, давай, мегаящик, не подведи, старичок. Давай. Я даже не смотрю, давай ты это сделай. 5, все равно 5. Блин. Да что ж такое? Эх.
Ребятки, попросите Илку, ну блин, ну Вите нужен full lag. Вы представьте, сколько гемов надо потратить на этот фуловый аккаунт, чтобы его вкачать. Ну, опять же, все будет зависеть от ваших лайков, да? То есть, если вы, здесь будет много-много-много лайкосов, много-много-много просмотров, мы еще запилим ролик, где будем вкачивать это так. То есть, просто все от ваших, от вас зависит. Так, хоп. Да как, блин. Это очень сложно, жесть, это реально очень сложно. Так, ну я надеюсь на следующий клик. Следующий по-любому там будет 6. Ну да. Давай, мега ящик. Так, 880, у нас 11 ящиков осталось. 11. Ну что? Не смотрю. 5 все равно. Блин, вообще, надо, походу, смотреть. Выбьем вообще что-то или нет, я не знаю. Или Эль Прима. У меня есть Эль Прима? Да, да, у тебя Эль Прима есть. Все класс. Зеленые. У тебя все синие, все редкие и сверхредкие все есть. Нету, нету эпиков. Так, давай ты. Давай ты, давай. Потому что я, мне не фартит что-то. И 5. Да блин, ну когда уже? Я думаю, вы тоже сидите и думаете, ну когда уже? Давай. Мегаящик. Ну по-любому, нет, да по-любому что-то еще должно быть. В смысле, типа, блин. 5. Ну, нет, понимаю. Так и живем. Ну. Так, это... ну давай. Давай. Да как? Жесть. Когда ну, как... уже в пятерочке будет понятное дело, примерно. Да, там два мифика мы выбили и все. Mm. Смотрим. Давай ты попробуй. Пацаны, давайте. Всем, всем телом. 6. Да 6. Нет. Ну хорошо, что хоть 5, не 3, не 4. Да. Да, кстати, такими темпами скоро начнется. Оно. Мы когда кого-то по фулу соберем все поинты на кого-то, ага. Оно начнется типа по 4. Такое может быть. Но я надеюсь, что нет. Так, и. Все остальные ты открываешь, я У меня еще есть вера, есть сила воли. Давай, бро. Так, мега ящик. Ну давай, перестань подводить меня. Ну, будь нормальным до конца, мега ящик. Ребят, как думаете, делаем ставки? Нам до конца ролика так будет не переть? Или мы все-таки что-то еще выбьем? Я думаю, кто-то все-таки не подписался, вот кто-то не поставил лайк. Есть, есть такое соображение. Ну что, ну да. 5. Ну я не разочаровываюсь. Да, все еще верю. Надо терпеть, надо терпеть. Надо. Сколько у нас остается? 3, да, получается? 3 ящика. 3 ящика. Блин, ну Бог любит троицу. Все, в одном из 3 точно. Лего, Лего. Сейчас как эпично будет, если Лего выпадет. Хотя у нас же эпиков нет. Я не понимаю, почему эпики хотя бы не падают. 5 все равно. Капец, ребят, какой-то проклятый аккаунт. Как? Как такое может быть? Везение или невезение прям? 2 ящика, да, осталось? Mm-hmm. Ну вот сейчас-то точно должно быть. Последний, ребят, вот последний ящик, прям всем нужно ввести код Аурума, всем подписаться и прожать лайк. Давайте так, если вы это сделаете, я вам желаю тоже выбить то, что мы выбьем в этом ящике. Вот я, блин, я думаю, реально сейчас что-то выпадет. Давайте проверим. Приглашаю его открыть тебя, последний торжественный да? ящик. Ну, давай, я правый. Барабанная дробь. Я не смотрю, потому что я верю. Я верю. Да! Последним все-таки что-то есть. Это реально жир. Блин, вот вы видели, вот нужно было подписаться и поставить лайк. Вот смотри, то, что мы там выбьем, я желаю реально тебе выбить. Вот завтра с утра просыпаешься, и там вот то же самое, короче, что мы сейчас выбиваем. Ну, Лего, ну держись. Прикинься, блин. Макс! Это мифик, но это круто. Мы за сегодня выбили 3 мифика. 3 мифика. Пожалуйста, вот это... мой аккаунт все-таки не проклят. Это реально, это крутяк. Ну,
Похоже, Лего мы оставляем к следующему выпуску. В этом уже, ну, типа, бессмысленно, наверное, да, пробовать дальше. Нужно ему выставиться. Может быть, там какая-то акция будет, еще что-нибудь. Поэтому, ребятки, вы помните, много-много-много лайков, много-много-много подписок на канал, введенный вот такой вот код Аурума в магазе. И если вы все это делаете, в следующем выпуске мы по-любому, да, Лего выберем? Да, уже по-любому. Уже. Ну и Витя уже будет прокачивать свой аккаунт. Может, мы когда-нибудь Дорогу Славы еще откроем. Короче, все зависит от вас. Это, блин, мой канал, ваш канал. Вы делаете актив, я делаю контент. Все просто. Изи. Подписывайтесь. Пока, ребят. Пока. Пока.